Здравствуйте. Сегодня 12 октября 2021 года, 12 часов 35 минут после полудня. Я сейчас живу в доме для пожилых, куда селят по достижении 62 лет. Здесь вот переход между двумя зданиями, Би, в котором я живу, и Си. Это вот стоянка для велосипедов. Здесь два бачка на колесиках, это для вторсырья, бумаги и консервные банки, и стекло, пластмассовые бутылки и прочее. Вот здесь у некоторых квартиры на первом этаже, а мне, между прочим, давали на третьем этаже год назад, но и хорошо, что не дали, потому что окна смотрят в стену. На первом этаже у людей есть садики, они могут сажать там что-то. Или вон лимоны растут. Это вот укрепление металлической балки от землетрясений. Вот столик. Вон мой знакомый сидит, Сид Гершгорен. У него родители из Житомира. Папа вроде бы, а мама из Бессарабии. Он учитель английского языка был в Гарлеме в Нью-Йорке, а сейчас на пенсии здесь живет. Написал 6 книг стихов и издал их. У него огромная коллекция музыки классической, а также народной музыки. Колонки от пола до потолка. Я у него в квартире часто был, когда здесь работал. Розовые цветы вон эти вон. Они называются обнаженные леди, naked lady. Листьев нет, на длинных стеблях розовые цветы. Так, пройдем вот по этой дорожке. Вот из тикового дерева мебель вот эта вот. Лилии цветут. Какие-то ягоды красные. Птицы клюют их, а потом пьянеют от них. Здесь какой-то сарайчик стоит, шед называется, кошка черная, не знаю, дикая или чья-то гуляет тут. Вот тут кактусы растут, а вон это вон засохшее дерево, это было... Алыча. Много ее было. Фух, колючки. Это что за чудо с ростком? Столетник. Заросли. Жаль, что засохло это. Но это уже не на территории Strawberry Creek Lodge, где я живу. Вот. Коллекции кактусов. Кресло. Можно здесь посидеть, почитать. Здесь под землей течет ручей Strawberry Creek. Земляничный ручей. Он течет по трубе под землей, но там вот выходит с забором наружу.